какая сегодня очаровательная орхидея. Смотрите, какие цвета. Здесь и желтый, и ванильный, и розовый язычок, и размытые вишневые, бордовые, разные цвета. Столько тонов в одном цветке вишневого окраса. Бутоны и цветонос, и даже листья имеют вишневые окончания. Посмотрите, какие очаровательные листья. Какой цветок. Очень красивый. Цена у него 1200. Кончики немножко сохнут, но в принципе корни хорошие. Здесь их несколько. Он не один. Много, они все от меня отвернулись. Хочу рассмотреть цветок. Вот такая красота. Рядом не менее очаровательные библиты. 1300. Смотрите, какие корни. А какие красивые лососево-розовые цветы. Ой, какие красивые. Тоже очень нежные. Лосось желтый и розовый. В миксе. Переходы тонов. Очень красиво. Я такое хочу. Но в оценке, может быть, и будут. Красавица бегония. Очень красивые листья. Изумительные. И красивые по форме, и по цвету, и по рисунку. Очень мохнатые. Черешочки. Цена 499,80. Восхитительный экземпляр. Как она мне всегда нравится. Очень красивая бегония. Они периодически появляются, исчезают. За сами черешки. Только я их люблю. Посмотрите, какие лохматые, нежные, красивые, очаровательные. Финик канарский. 994,5 на акции. Смотрите, какие свежие поступившие сегодня растения. Посмотрим. Написано Нидерланды. Хотя у меня есть сомнения. У него очень плотная, сбитая земля. Обычно в такую садят в России. В Нидерландах обычно все в торфопочве. Хорошие очень растения. Свежие. Крепенькие. Антуриумы сегодня черные любимчики. Свежие только приехали. Посмотрите, какие черные-черные покрывала. Очень красивые свежие растения. Только-только приехали. Сегодня поступление свежих цветов. Посмотрите, какая красота. Антуриумы после орхидей, наверное, самые любимые растения. Очень красиво, их много. Все свежие. Цена 700 рублей без нескольких копеек. Black Palm. Красивые эко-упаковки, очаровательные растения. Черные и красивые оранж. Окрасы ярко-красно-оранжевые. Тоже свежие и красивые растения. Не менее очаровательные. Цена у них также 800. Монт Бланк. Тоже интересные. Белые с зелеными тонами. Очень красивые антуриумы сегодня.
Impatiens New Guinea Mix 297,5 рублей. Уличные бальзамины, огроменные цветы, я даже не знаю, какого они размера, посмотрите, какие огромные, красивые, нежно-розовые, с огромным количеством бутонов, свежие-свежие, примилые растения. Я так понимаю, что это уличные бальзамины. Красавцы. Рядом не менее очаровательные. Сегодня не только чернильные, но розовые и белые. Смотрите, какая нежность. Платикадоны. 297,5 рублей. Очень нежные колокольчики розовые. У них очень красивый рисунок. Прорисовано графически, очень красиво. Белые не менее эффектные. Чернильные тоже не менее очаровательные. Огромные-огромные колокольчики. Какие красивые граммофончики сегодня. Уголок синий, нежные-нежные. Немножко есть разных вариантов. Очень красиво выращены растения, крупные листья, крупные цветы и бутоны. Очаровательные цветущие растения. Синенгия 467,5 рублей. Цена, конечно, впечатлительно не маленькая. Какие свежие лавандочки только что приехали. 400 рублей. Очень красивые, свежие Нидерланды. Хиткот. Все с маленькими бутончиками. Даже еще не успели открыться. Вот такая вот меланта. Вот этот кустик очень красивый. Хочу посмотреть. Ой, обожаю лавандочку, они такие красавицы. Посмотрите, все в бутончиках. Очень хорошие растения. А внизу какая прелесть, посмотрите, какие листики биколорные, какие свежие. Сейчас посмотрим на название. Непета, 255 рублей. Я так понимаю, что это для альпийских горок. Еще один поддон. Не только с колес, только подъехали. Посмотрите, какая красота. Какие листики. Круглые, бахромчатые. Ампельная петуния очень красивая. Темно-темно-чернильно-насыщенные. С ванильно-желтыми бахромчатыми. Окончание лепесточков. Очень красивый сорт. Смотрите, какие цветы. Вся в бутонах. Великолепный экземпляр. 1200. Гибридная. Но не вегетативная. По крайней мере, это не написано. Очень красивая. А рядом есть вегетативные. 1399. Вот такие вот чернильно-крапчатые, полосатые. Это тоже 1399. Вегетативная. И вот такая вот очаровательная полосатая. Несколько разных. Внизу еще. Они все вегетативные. Я даже вижу желтую. Очаровашку. Обожаю желтые цветы. Какие красивые сегодня петунии. Какой у них рисунок красивый. Мелкие, компактные. Интересные. Гашпо многогранное.
Еще где у них цена? 994,5 рубля. Очень красивые кустики. Их очень много сегодня. Все в одном цвете. Смотрите, какие красивые ракушки. Я для себя подобрала две штучки. Вот этой насыщенно кофейный окрас. Она такая милашечка. Здесь даже у нее какие-то штучки. Смотрится изумительно. Думала, здесь обломано, как будто бы нет. Может, и обломано. И вторая вот такая, она более светлая. Не стала из пакета доставать. По сравнению с ней она намного белее. Хочу взять две штучки. Вот эту белую и кофейную. Они в паре, будет интересно очень смотреться в ванной комнате на полке. Очень люблю ракушки. Я такие вижу впервые. Остальные я посмотрела. Они намного меньше. Но тоже не лишены изящества. Кому-то именно маленькие, может быть, нужны. Они смотрятся как шишечки даже вот здесь с обратной стороны. Очень интересные ракушки. Цена у них 50 рублей оптовые. В плетеных корзиночках наборы ракушек и морской звезды. Цена 420. Очень интересный набор. Смотрите, какая спирально яркая ракушка. Еще одна такая же. Очень красивые цвета, красивые формы, хорошая сохранность. Великолепные наборы ракушек. Они все немножко отличаются, потому что это натуральные живые организмы. Еще интересно, посмотрите, какая вот эта с завитушками, почти белая. Очень интересные корзиночки. Я уже давно себе такую купила, мне очень нравится. Очень красивая. Вот это очень красивая по цвету, мраморная.